have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И сегодня у нас довольно спокойное местечко, довольно спокойная игра, где нужно просто строить снеговика. Да. Казалось бы, конец лета, с чего это мы вдруг? Но строить снеговика — это всегда круто. Да. И еще у меня есть супер-пушка для убийства снеговиков, только 3000. Можно вот так вот бегать, собирать снежочки. Снежочки копятся у нас. Вон сбоку вы видите все индикаторы. Как только индикаторы... Ну, то есть, как только мы накапливаем полную сумку, мы это можем принести домой, сложить и получить снеговика. Вот, например, наш снеговик. Вы можете видеть его. Да. Вот снеговик нашего уважаемого кота, который уносится вверх на 350 этажей. Все, погоди, это еще не все. Я знаю, что это еще не все. Я пока пойду свои сдам. Есть идейка. О, тут появился лифт? Да. Погоди, и это сейчас же... ты можешь прыгать вот так вот. Прыгать куда? Стой. Ты можешь прыгать по островкам. Вот островки берегом. Остались? А да, где? Островки остались. Поднимись по лифту. Я тебя буду встречать там. Так, смотри, видишь островки, да? Да. Там будут подарочки, раскрывай их, там будет куча леденцов. Ты можешь сделать вот так. Стой, я допрыгну? Я не допрыгну. У тебя есть второй прыжок еще. Какой? Нет. И еще тебе нужны питомцы, чтобы ты мог выше прыгать. Да, я не допрыгиваю. Ладно, я тебя понял. Да. Так, хорошо. У меня снеговик, кстати, максимальный. Давайте мы его тогда обнулим. Получим фейерверк. Гони снежки. И пойдем собирать дальше снежки. Снеговик, гони снежки. Сумка полна, точно, мне же нужно сдать сумку, я что-то затупил. Вот. Я убийца снеговиков 3000. Вот это вот из одной сумки мы построили сразу же вот такой вот этот, нормально. Вот. Ребят, я не знаю, кому как и кому что, и кому где. Я лично очень рад, что лето наконец-то заканчивается. Я очень рад, что... Начинается осень, а это значит, что мы все ближе к зиме. Если вдруг для кого-то было секретом, зима для нас самое любимое время года. Поэтому мы очень ждем зиму, мы очень скучаем по зиме. И вот такие режимчики, это такие игрушки. Отличный способ просто напомнить, что зима, снег, все это близко, все это скоро будет. Мы сможем скоро насладиться отличным хрустящим снегом, зимней погодкой. И поэтому... Вот такие вот моменты реально спасают в страшное летнее время. Да. Давайте мы еще добавим к нашему снеговичку. Вот. Раньше, кстати, мы одно время как-то не заходили сюда, и тут была такая фишка, что к снеговику можно было подняться паркуром, можно было пропрыгивать вот так вот наверх. И сверху было куча леденцов. Сейчас, видимо, разработчики что-то посчитали, что... Слишком долго. Видимо, да. И решили просто сделать лифт. Просто лифт. Где будут сверху леденцы, где большой подарочек, которым леденцы, а сверху островки, где тоже леденцы. Да, леденцов много, леденцы — это такая валюта, ее можно пойти обменять на денежку, на золото, да. А за снег мы получаем серебром, что в принципе тоже хорошо. Лепим снеговиков, снеговики становятся больше, все хорошо. Все, также можно саночки вызвать, у нас есть тут саночки. И также можно... Вот так вот снежками разбивать мелких этих снеговичков с красными глазами, которые типа злые. Но они на самом деле, все мы знаем, что снеговики злыми не бывают.
Они просто прикидываются. Только грязные снеговики. А еще желтые снеговики. О, у меня максимальный снеговик. Нужно подняться в самый верх. Да, 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 я это знаю. И когда поднимаешься к снеговику, он такой... Да. С Рождеством. Ты можешь подняться на моем лифте, если хочешь. Да? Да. Прикольно, это да, давай. Сейчас. Иди ко мне на базу. Своего снеговичка обнулю, потом еще насобираю. Вот это твой дан. Так, иди ко мне. Залази на лифт. Он уехал. Сейчас, погоди, вернусь. Вот, лифт вернулся, видишь? Ехай. Так, встань на него. Ты без меня уехал. Я не могу поехать на твой снеговик. Я могу поехать только на свой снеговик. Нет, жалко. Вот, у меня тут злые печенюшки. Злоченюшки. А на самом верху будет Сочин злой медведь. У меня тут сражение с Йети еще есть. Можно, кстати, выбрать Йети цвет злой. Ну, цвет лампочек, цвет этой подсветки, которая у вас тут в вашем загончике. Вот, и также, сейчас давайте мы собираем снежки, я их сдам. Я убил Йети. Йети! Его. Так, хорошо. И еще, ребятки, у нас есть такой замечательный пряничный домик, в котором мы можем покупать себе новых питомцев, а также у нас есть щелкунчики, которые принимают от нас конфеты. То есть зеленые конфеты мы можем сдать здесь, и красные конфеты мы можем сдать здесь. Да, итого у нас 44 тысячи золота, желтых конфет у нас пока не объявилось. И, кстати, тут написано Северный полюс. Да. А вот. Что такого? Северный полюс, так Северный полюс. Тут можно получить подарки. Эпические, мифические и всякое такое. В подарках будут питомцы. Вот, вот наш список питомцев, которые у меня есть сейчас. Они дают всякие разные бонусы, плюшки. На самом деле, ребят, те, кто долго играет в Roblox, они знакомы со всем тем, что здесь происходит. Так, это, кстати, на максимальном уровне. Я, например, сейчас открыл один супер самый классный подарок, который тут есть. Стоп, у меня тут Блицен. Блин, эти ребята очень дорогие. Девочка-эльф. Первый уровень. Следующий апгрейд за 52 тысячи золота. Офигеть. Интересно, насколько оно подымет следующий апгрейд? Ну, то есть... Кстати. Оу-оу-оу. Бэк. Аккуратнее. Надо показать ребятам, что... Это у нас... А, тут, кстати, за серебро можно открывать. Да, 65 тысяч серебра, 220 тысяч серебра, 459 тысяч. Давайте накопим на эпический, я думаю, было бы прикольно. У нас не хватает не так много, всего лишь 60 тысяч, ну что-то вроде. Стой! 100 ю. Оу, подвозка, поехали. Ох-хо-хоу! Да, санки, я говорил, это обязательно непременная часть новогоднего настроения, снега, снеговиков, музыки, пряничных домиков. Ребята, берете, дожидаетесь темноты, выключаете в комнате свет, одеваете наушники и заходите сюда. Атмосфера просто чудеснейшая, незабываемая. Очень рекомендуем. Вот, и, ну то есть, мы уже не первый год наслаждаемся этой игрой и очень рекомендуем вам. А тут прям настоящая елка с подарками. Оу, лед скользкий, кто бы мог подумать. Целая гора подарков и огромная елка, как на городской площади. Это вообще просто замечательнейше. Ребят, признавайтесь, кто из вас обожает елки на городской площади и всякие новогодние гуляния, праздники? Просто суперски. Осталось каких-то 4,5 месяца, держитесь. Скоро, уже скоро. У меня, кстати, так. Самая лучшая пушка тут. Чувак говорит, что у него ничего не клюет. Может, ему можно помочь? Можно. Не, у меня не появляется дело. Он просто мне жалуется, что у него ничего не клюет. Так, тут у нас есть домик. А почему я не могу зайти? Могу.
Домик очень уютный, с камином, такая чувствуется атмосферка, он такой деревянненький, с каминчиком, хорошенький. Я только вылезти теперь не могу из него, я слишком большой. Залезь-то, ну я же как-то залез. А выпустите меня. О, а что если... А, ну да, я должен быть... Ты застрял тут... в этом домике? Я застрял в этом домике, я проведу здесь время до Нового года. Все, до свидания. Посмотри в окно, которое тут. Я даже присесть не могу. Посмотри в окно. Стой. Я хочу вылезти, я пытаюсь. Я как могу, что могу делаю. Ты в этом домике? Сейчас, погоди. Не заходи сюда. Тут хорошо. Дай мне руку, вытащи меня. Я не могу. Не заходи. А ты застрянешь. Да не застряну я, дай мне зайти сюда. На, заходи, а я пока сделаю вот так. Ща, погоди, тут лед скользкий. Так за... О, тут олень, о. У меня есть олень с пиццей, точно. О, я зареспавнился. Помогите, если мои животные ко мне прибежали. А, я тебя предупреждал, не заходи. Ща, погоди, у меня есть особый способ, как выбраться отсюда. Он называется... О, я выбрался. Как? Тоже респаун? Нет, не респауном. Я очень много двойных прыжков. У меня высокие прыжки, у меня есть 11 прыжки. Я могу 11 раз прыгнуть. Ты пробил крышу? Да. Очередное дно пробито. Я пробил крышу. Привет. Так, хорошо, хорошо. Годится. Не, ребят, на самом деле, да, такое может случаться, но это, ну, это же не проблема, вы же понимаете. Да. Вот, я так-то... просто пробил крышу у чьего домика. Чьего. Вау! 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 О, вау. Они еще зелеными кидаются, прикольно. Ой, ты сейчас игроков убиваешь? Да. Дай тебе помочь. Да, не, я их уже... У меня есть суперпушка, и я смогу убить очень тяжелого снеговика. Живым. Тут есть где-то еще очень опасные снеговики, которые гораздо больше. Вот трехледенцовые. Тебя, по-моему. А, нет, показалось. Сейчас буду искать их. Я пока еще буду снег собирать. Мне хочется... О, тут маленький снеговичок. Мне хочется накопить на эпического питомца. Я уже не знаю, каким он будет, но это должно быть неплохо. Ну, я могу сказать, какой стат у моего самого крутого эпического питомца. Ну? Так. Дамаг 196. Так, прыжки 207. Вот, мне нужно на прыжки кого-то раскачать. Я думаю, я не очень хорошо прыгаю. И каждому снежку, когда ты набираешь полный снежок, плюс 192. Слушай, а на санях туда до этих островов можно долететь наверху? Нет. Только прыжками? Да. Вот, например, ага. Например, я могу сейчас сражаться с кучей горки. Тут у меня есть йети, у меня есть очень большая злая печенька, которая пережарилась, но у меня есть большая грышная медведь, которого невозможно так победить, он слишком большой. Ла! Оу, стой, тут есть подарок. У этого медведя красные глаза, у него костер, спасите. Ну нафиг. Крутяк, я собрал подарок. Классно, ты собрал подарок. Погоди, мне нужно к тебе подняться. А, ты уже видохнулся. Я только на прыжках хотел к тебе прилететь. Ну лёд. Ну лёд. Ну лёд. Жух. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Бонус за размер, прикольно. Да. Дай-ка у тебя снег расчистить. Нет, это мой снег. Верни мне мой снег. Короче, смотрите, как можно... А, сейчас. Как можно прикольно собирать. Вот так вот в разные стороны берешь, и он набирается просто мгновенно. Вот берешь так? Так вот. Хоп, 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 хоп. Посмотри хоп, на мой снежок. Хоп, хоп. И все круто. Он мне больше, чем ты. А ты не лопнешь? О, лопнул. Жалко. Сколько большие пуговицы нужны, чтобы собрать снеговика из таких снежков? Ну, я не знаю, не знаю. Так, собираем.
Снеговики то все больше и больше становятся. Возможно, придется скоро заапгрейдить сумку нашу, которую мы снег таскаем. На моей сумке 90 тысяч вместимости, мне нормально. 90 тысяч? У меня, да. 9, у меня 9 тысяч, у него 90 тысяч. Да, мне нормально. У меня обычный бесконечный мешочек. Бездомный. Да. Кстати, ты можешь исполнить себе Сани? Я знаю. Но мне и так хорошо, я наслаждаюсь. Например, можно заспавнить Сани и летать. Летай! Вот, ты собрал снеговика? Да, я собрал снеговика, и сейчас я... А, это не полный снеговик. Он уже больше твоего, хоть он не полный. Угу. Да. Здрасте. Привет. Привет. Так, ну-ка мы еще собираем. Вроде собираем. Да. Музыка вообще обалденнейшая. Не знаю, здесь собрали не самые избитые такие хиты, а именно прям такие приятненькие мелодии, которые... Потихоньку начинает надоедать. Какая конфета здоровая. Ладно, ребятушки, давайте тогда вот с вот этим вот офигительным видом, который у нас здесь есть, давайте мы тогда будем заканчивать потихонечку на сегодня. Мы получили нашу порцию релакса, нашу порцию наслаждения, и вам очень тоже советуем сюда подойти. Здесь очень классно, очень хорошо, ребят. Так что подходите, наслаждайтесь. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек! И всем покеда! Всем покеда!